лишь с победой, естественно, первые эмоции после такой виктории? Эмоции, конечно же, очень положительные. Все очень рады. Спасибо болельщикам за поддержку. Но продолжаем работать дальше. Еще только закончится первая половина, поэтому я считаю, еще ничего не сделано. Еще очень много работы впереди. Ну, видно, что команда рада, но никакой эйфории, кажется, нет. Да, потому что все понимают, что еще много матчей, много чего доказывать, показывать. Поэтому, да. В раздевалке что в перерыве было? В раздевалке Юрий Павлович сказал, что, понятно, сказал, все нормально, но там подкорректировал кое-какие моменты. И все, ничего такого прям серьезного не было. Все-таки вот такой перелом в матче, это за счет вашего характера? Ну, мы в первом тайме, в принципе, в меньшей степени, конечно, но выбегали. Но во втором тайме просто залетело. Ну и, конечно же, на этом все пошло. У тебя сегодня гол и одна голевая. Следишь ли за своей статистикой вообще? Да я так присылают, отмечают. А так сам, чтобы прям вот сидел и там обновлял какие-то сайты, конечно же, нет. Впереди тяжелый график, матч в Лиге Европы и потом еще одно дерби с ЦСКА. Теперь легче будет готовиться? Ну, всегда после побед, конечно же, на позитивных эмоциях легче. Но будем также усердно и продолжать работать и готовиться. Еще раз спасибо болельщикам за поддержку.